Привет, друзья! Сегодня очередной выпуск социальной арифметики. Итак, поговорим о смысле жизни через арифметику. Будем говорить только фактами. Фактически, мировая валюта, доллар, ничем не обеспечена. Можете почитать на банкноте, там вообще речи нет о том, чем она обеспечена. Раньше там была надпись до 47 года, если не ошибаюсь, или до 57, что она обеспечена золотом. Теперь этой надписи нет. И, по сути, ФРС, Федеральная резервная система США, печатает или там эмиссию денег производит вообще без обеспечения. То есть физически это означает, что денег они сколько захотят, столько и выпустят в мир. А по сути, чем больше денег, тем выше инфляция. Ну и там прикручен еще процент, это отдельная история. В общем, эти деньги ничем не обеспечены. Эта мировая валюта, доллар, она сейчас конвертируется с любой валютой. То есть она везде проникает, везде проникновенно, можно сказать так. Это факт номер один. Факт номер два. Люди проживают свою жизнь, по сути, да, основную часть жизни, продавая свое время за деньги. Так как все деньги конвертируются через доллар, который ничем не обеспечен, можно вывести тождество, что люди продают свое время жизни за ничем не обеспеченные, то есть бессмысленные бумаги. Обязательства, как хотите назовите. То есть можем подвести уравнение к тому, что жизнь человека в рамках цивилизации, там, где он вынужден и играет в эту бессмысленную игру, она, по сути, бессмысленна. Хорошего дня!